Дорогие подписчики, сегодня днем пришлось везти в клинику во Владимир собачку, которая уже еще раз очередным инвалидом стала. Милка я ее назвала, с рынка, которую избили. И вот я приехала, и сегодня поменяли замки нас, всех волонтеров, которые здесь тащили этот приют, выгнали на улицу. И вот этот у нас тунгусик, он у нас, как мне сказали девчонки, вырвался на улицу, побежал на лапках, а он же задние лапки ворочает, и он об камни стер всю ляжку. Вот смотрите, вся тряпка в крови, я сейчас его подмываю, умываю, он так плакал, там дырка такая. Ну кто вот будет за ним так вот ухаживать? Да не он первый пойдет под усыпление. А вот стоит инвалидная колясочка, да, для него, которую сделали люди неравнодушные. Спасибо всем, кто помогает. И сейчас вот мне пришлось сделать процедуру. Подмыла его, умыла. Сейчас буду обрабатывать рану. Вот что творится, скажите, а? Ну кому нужны эти животные? Да никому не нужны. Тунгус, не брошу я тебя, не брошу, не переживай. Не дам я свершиться безобразию в этом приюте.